Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Верлица, и на канале могут подписаться на канал, еще никто не подписался. Ну, подпишитесь, пожалуйста, я хочу стать популярным. Ну, я это уже говорила, но пожалуйста, здесь будут стримы, обязательно я буду все это делать. Ладно, и сегодня метро. Это... Начнем мы со станции Акуловая. Это самая моя нелюбимая станция. Она просто ужасная. Вообще, я хотела изначально её сделать подземной. Но что-то как не сложилось. И сделана наземной. Она ужасная. Даже для наземной станции. Так что... Ну, извините, что я так делаю. Едем дальше. Станция Акуловая. Акуловая, да. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кропоткинская. Я постараюсь по всем видео. Станция Кропоткинская. Переход на станции Магмовая и Комсомольская. Я постараюсь все вот эти обзоры линий выложить как можно быстрее, чтобы уже начать строить, потому что у меня много планов на самом деле. Да. Кстати, здесь нет выхода. И переход на станцию Магмовая, которая показана в первой части. Те, кто посмотрел, тот молодец, те, кто не посмотрел, то смотрите быстрее. Здесь переход на... Здесь переход на Комсомольскую, я вам говорил, что покажу в третьей серии. Вот. Ну, подробнее мы ее рассмотрим в пятой серии. И едем на следующую станцию. Кропоткинская не удалось, извините. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Весенняя. Здесь выход с Комсомольской. Только с Комсомольской. Станция Весенняя. Ну, программа для записи. Для записи, поэтому так лагает. Здесь я без того лагает, видите. Я даже не нажимал то, что забраться, а уже забрался. В общем-то, станция Весенняя. Я ее реконструировал. И, ну, это, в принципе, не самая лучшая станция. Но она мне нравится. Так, по той, которая она есть. То есть, раньше она была вообще ужасной. Мне она нравится. Папашка, ну. Нет, что там тебе не ясно? Продолжаем. Ну, такая станция, мне она нравится. Ну, выход соседствует. Ну, я раньше насчет выхода не замудрялся особо. Не... Ну, вы поняли. И поэтому все вестибюли пока что в таких сериях будут отстойными. Хотя здесь есть хорошие станции, очень прям хорошие. Да. Подождите. Какая Весенняя. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Водопад. Да, Водопад. Наверное, тихо, надо подождать время, чтобы я не... Сейчас скажу. Станция Водопад. Переход на звездную линию и станция Автомобильная. Не станция, а станцию. Ну, в общем-то, что я хотел сказать. Чтобы было, ну, информатор, и вообще все звуки были не громче, чем я говорю, а то вы меня совсем не услышите, я уже это увидел в других сериях. Здесь, короче, нечетное количество блоков, и фонари стоят не посередине. И это выглядит не очень, но хотя бы так. В общем-то, здесь вам выбирать, либо идти на переход. Ну, здесь разные переход, и водопад второй, и автомобильный пятый. Ну, да, автомобильный пятый, это вообще далеко, так что не советуем. То есть, вот, там Курская, мы сейчас туда отправимся. Вот, немножко спойлер, ну, неважно. Здесь станция, которую мы смотрели по телевизору. Здесь водопад, да, я думаю, вы это помните. А здесь есть выход, собственно, да. Это редкость, но он здесь все-таки есть. И домик снеговика. Это, кстати, вокзал союзный. Но вообще он как бы союз, станция союзная больше, но... Да. Связан с ней больше.
Так, в общем-то, едем на следующую станцию. Она шикарная. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кунцевская платформа справа. Станция Кунцевская. Платформа справа. Переход на Филевскую линию. Сразу я должен вам признаться. Эту станцию придумал дизайн не я, а строил я ее по... Ну, как у Артема Седокова. Ну, да, у Артема Седокова. Потому что у него очень красивые станции. Прям я вообще... Не могу ничего сказать. И, ну, я не, просто не мог сдержаться. У меня вообще много таких станций, которые высоко, но не важно. Просто не мог сдержаться, чтобы не построить. Ну, фонарики вот здесь я сам придумал. А, кстати, уже? Всего лишь, да? Здесь выход. Ну, вообще. Касса. Ну, да, что еще? Еще мы это сверху посмотрим. Да, здесь не советуйте. Вот здесь лучше. Да. Теперь посмотрим на другую стену. Тут, правда, перехода нет, но не важно. Здесь касса снаружи. Нет. Ой, какой кайф. Есть такой контактный рельс. Кстати, сам придумал. Вы можете тоже такой сделать. Он, ну, очень реалистично смотрится, как контактный рельс. Правда, он не совсем желтый, как, ну, хотелось бы. Но, в принципе, я думаю, пойдет. О, курочка бежит. Ну, извините за курочку, но все-таки мешает она. Вообще супер, знаете. Ну, не обижайтесь, пожалуйста. Нормально, все. Здесь такие вестибюли. Я вообще не говорю. Ну, короче, давайте просто посмотрим. Это Кунцевская. А, здесь такой подъемчик, такая дорога на уровне станции. Короче, полный. Ну, я хотел сказать кайф. Вот что я хотел сказать. Так, теперь... Ой, куда я перенесу? Обратно иди. Уже 7 минут, да, быстрее эту я тяну. Давайте я вообще не буду озвучивать там таких крутых станций. Дальше, ой, извините, не убрал. Дальше мы едем на лесную, быстро покажу вам, без комментариев. Но она нормальная, ну, короче, я хочу ее либо убрать, либо... Поезд следует до станции Лесная, осторожно, сейчас. Двери закрываются, следующая станция Лесная. Станция Лесная. Конечная, поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Чтобы избавиться от развлечения, я хочу либо убрать лесную, либо провести через лесную и ехать дальше. Открою эту станцию. Ну, просто как-то, как я помню там Микинина, но... Ну, не. Ну, такая станция. Ну, вестибюль вообще не помню. Ну, неудачное место. Так, теперь быстро едем обратно. Я вообще там пролечу. А, давайте до следующей станции я долечу, потому что есть, в принципе, ничего интересного. Тут только спуск, что интересно. Следующая станция у нас Молодежная. Шикарно. Тоже строил, как у Артема Седокова. Ну, уж извините, у него прям крутые станции. У него талант строить метро. У меня, в принципе, ну, я не знаю. Но у него прям, блин, кайф. А, кстати, здесь есть съезд в депо, мое единственное депо, знаете. Здесь темно, но нормально. Мое единственное депо, тут съезд есть, но... Так. Станция Молодежная. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Партизанская. Вот депо, все это видите, а не видите. А здесь Партизанская даже. Кто слышал звук? Я не знаю, что там был звук такой, знаете.
Станция Партизанская. Конечная, поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Это тоже какой-то немец такого. Ну, извините. Блин, кайф. Это возможность, кстати, у вас... кстати, это возможность вам тоже построить эту станцию. Вы тоже можете построить эту станцию, кто вам запрещает. Смотрите. Какие шикарные вести, уже заговариваюсь. Здесь я, кстати, занимался инфраструктурой. И здесь мне пришлось реально заморочиться насчет инфраструктуры. Ну, насчет вестибюля тоже, но это не важно. Вот, реально. Вот инфраструктура я чисто сам делал. Здесь, кстати, есть трамвайчик. Такой. Вот так вот. Мне очень нравится. Трамвайчик такой идет. Ну, вот про трамвайчик, если хотите отдельное видео, но оно будет с разной скоростью, потому что мне Комсомольскую надо строить после Сокола. Ой, так, здесь, кстати, озёра. А, вот, кстати, как выглядит за вестибюлем. Есть такая вот, такой воздуховой. Короче, даже с мигающими штуками. Ну, это наблюдатель, кстати. Да, это прям как, ну, правда, воздуховод. Короче, идеально. Мне очень нравится. Ну, на этом все. С вами был Пушкулы. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с друзьями и поставьте лайк. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.